Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы вам показать и рассказать о методике, которая называется рисованный апперцептивный тест, детский вариант. Часто в последнее время люди задают вопросы по поводу вот этих проективных методик, почему-то они им особо нравятся. Я предпочитаю пользоваться нечто иным. У нас масса методик детских, классификация, исключение предметов и так далее, более надежных и валидных. Но, тем не менее, люди интересуются, хочу рассказать и показать, как это выглядит в нашем производстве, производстве научно-практического центра АКМЭ. Не знаю сейчас, вот, что оператор показывает, по всей видимости, стимульный материал и методику. Давайте, значит, покажу опять же папочка, в которой поставляется этот тест нами. Здесь есть QR-код. И вы можете узнать все о нас по этому QR-коду, если сосканируете его. Наш e-mail, наш сайт, наши телефоны и так далее. Ну и самое интересное. Собственно, методология рисованного перцептивного теста RAT. На картинке, на мониторе вы можете видеть одну из картинок стимульного материала. Всего, если не ошибаюсь, их 10. И, соответственно, здесь изложен полный объем с расчетом, с таблицами, как и что считается по этому тесту. Тест является проективным, имеет право на существование, рабочий тест. Не только я его применяю, применяют мои коллеги. Ну и, соответственно, давайте вам покажу стимульный материал этой методики. Так вот это выглядит. Так выглядит стимульный материал методики RAT. Видно, да? Наводите, да? Угу. Тест предлагается нами к свободному приобретению. Приобрести его может как юридическое лицо, предприятие для своих специалистов, допустим, занимающихся какой-то психокоррекцией, детской психологией, в дошкольном учреждении, в школьном учреждении. Все это доступно. Тест надежен, валиден, им можно пользоваться с некоторыми оговорками. Они, в общем-то, эти оговорки изложены нами вот в этой методичке. Полный комплект. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!